В республике строят 28 социальных объектов в 14 районах республики. Эти проекты реализуют в рамках государственно-частного партнерства. На эти цели частные инвестиции составили более 7 миллиардов рублей. 12 объектов находятся в столице республики, львиная доля которых – это детские сады. На днях в ходе совещания Совета Федерации и Федерального собрания России было отмечено, что к регионам-лидерам по реализации проектов ГЧП в социальной сфере можно отнести Самарскую, Астраханскую, Новосибирскую, Нижегородскую, Калужскую, Московскую, Ульяновскую области, Республику Саха-Якутия, Хабаровский край, Москву и Санкт-Петербург. Здесь, конечно, большая роль именно была в том, что республика своевременно увидела эти возможности, эту нишу, да, разработала, соответственно, все необходимые нормативно-правовую базу, создала, соответственно, необходимые управляющие элементы, это и координационный совет при председателе правительства, да, и так далее. И других же во многих регионах нету своего, не было своего регионального законодательства в сфере ГЧП. У нас мы его разработали своевременно, и это позволило в прошлом году нам запустить достаточно много проектов, да, именно по этой схеме.